Это слово большое, в ней смысл столетий и лет. Она все процессы раскроет, покажет, как жил человек. Все, давайте, работать! Работать! Самые красивые на свете, самые. На шагающих утят, пусть похожи не хотят, пусть похожи не хотят, не сядут. Можно пусть и копыкнуть, и пуститься в дальний путь, и пуститься в дальний путь. Карусель, карусель, начинает рассказ. Приезжайте до нас в Беларусь, приезжайте, приезжайте, приезжайте до нас в Беларусь, приезжайте, браты дорогие. Европу захлестнул небывалый поток мигрантов, миллионы нелегалов устремились в Европу, поставив европейское общество перед выбором между толерантностью и безопасностью. И только благодаря текущему учету миграции мы точно знаем, что Беларусь остается в стороне от серьезного наплыва мигрантов. Основные мигранты – это граждане России и Украины, наши братья-славяне, такие близкие нам по духу, вере и менталитету. Специально для Белстат ТВ Ольга Михневич. Приезжайте до нас в Беларусь, приезжайте! Уже
звенит капель. И постучался кто-то в дверь. И что я слышу, приколись, откройте это перепись. Эй, вас-то мне и надо. Эй, уже морозы начались, ну где ж ты бродишь, перепись. Полгода дома я сижу, глазок с надеждою гляжу. Эй, меня не посчитали. Эй, опросничек зажали. Эй, растет самосознание. Эй, я требую внимания. Эй, государство, не скупись, почаще делай перепись. И пусть статистика твоя покажет то, что знаю. Перепись так скоро, перепись так скоро, перепись, как это мило. Перепись так скоро, перепись так скоро, перепись, как это мило. Перепись так скоро, перепись так скоро, перепись, как это мило. Перепись так скоро, перепись.